Всем привет! Вы на канале Вязание с Крокос. Меня зовут Ольга. Добро пожаловать! Очень долго я пытаюсь подступиться к этому видео, уже вторую неделю пытаюсь отснять готовые работы. Но разные обстоятельства жизненные мешают мне выйти лицом в кадр. Это либо какие-то задачи, которые я не успеваю, да, решить, либо, ну, в общем, короткие временные отрезки, что я не могу собраться и с вами пообщаться лицом в кадре. А время уплывает, уже практически середина февраля, поэтому решила подвести итоги месяца января в формате бинго. Бинго – это игра, в которую я как раз-таки играю с девочками, организатор этого мероприятия Ольга Смирнова. И ссылочку на ее канал и на канал девочек, участвующих в проекте, вы найдете в описании к этому видео. В начале года мы все составили таблички и будем выбивать постепенно бинго. Я вам расскажу о всех готовых работах января. Не все они будут в табличке, но все же, да, то, чего именно здесь в планах не было, я расскажу уже в конце видео. И сами работы я тоже не принесла. У меня очень много роликов выходило на канале. Это подробные ролики, в которых я описывала и рассказывала конкретно по каждой вещи. Поэтому, если что-то вас заинтересует, а я буду показывать в формате фотографии, либо видео, да, если таковые имеются, если вас заинтересует, оставлю ссылочки в первом закрепленном комментарии на ролики, которые буду упоминать. Итак, давайте приступать. Взяла два помощника в кадр. Это ручка, которой я буду помечать начатые проекты, и маркер, которым я буду, соответственно, клеточки закрывать, если они у меня закрыты. Хотела по каждой ячейке пробежаться, но это слишком много времени пройдет, и буду говорить: нет, 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 это неинтересно. Поэтому давайте буду говорить именно то, над чем я работаю. Носки 5 из 30. Первые 4 пары взрослых носочков у меня были связаны за январь месяц. Я вот здесь вот поставлю циферку 4 плюс. И, соответственно, в следующем видео я уже буду подписывать и зачеркивать эти ячейки. Все фотографии данных работ вы видите на экране. Ну и я, конечно, давайте чуть-чуть я про них расскажу. Первые носочки были у меня на размер 37-38 из пряжи Ализа Супервош. Номер цвета подпишу на экране, к сожалению, не указала я себе эту информацию. Здесь простые носочки, резинка 2х2, пятка стронг, 56 петель, ленточное закрытие. Вязала на спицах 2,5, ушло 50 грамм. Вторые носочки взрослые, это носки моему сыну Дане на размер 34-35, но я уже в вступлении, да, оговаривалась, что такие носочки я тоже буду относить ко взрослым. Здесь уже идет смесь двух пряж, это Ангора Рам 500 метров и Супер Вош от Ализе, Ангора Рам от Ярнард. Всего у меня на носочки ушло 70 грамм, то есть 160 метров. Вязала я их на спицах номер 3. И там все то же самое. Ленточное закрытие, пяточка стронг и также резиночка 2х2. Носочки киви из пряжи Регия. Тоже вам подпишу номер цвета. Регия Тутифрути. Это уже хлопковая ниточка, то есть там нет шерсти. Есть 72% хлопка, 8% эластана и остальное, по-моему, полиамид, если я ничего не путаю. На носочках у меня уже используется пятка бумеранг с клином подъема и также ленточное закрытие. 45 грамм на них ушло. Последние носочки готовые, это спиральные носочки из знака Боха, 100 грамм 400 метров. Если киви я вязала на 2,5, то вот эти носочки я вязала на номере спиц 2. Вязались они очень долго и ушло 52 грамма 208 метров. К сожалению, у меня только такая фотография, так я и не сделала фотографии на ноге, но надеюсь в ближайшее время это исправить. Итак, по носочкам все. Далее переходим. Платье Интерлак у меня в процессе, и оно сдвинулось с мертвой точки. Ура-ура! Очень хотела довязать его в феврале, но пока что уже понимаю, что не факт, что успею, но буду к этому стремиться. Коллекция Алиса Февраль тоже. Начала я вязать ей джемперок. Начала я буквально вчера, довязала достаточно много, но все сегодня придется распустить и перевязать. Плед мозаичной техники у меня также уже начат, я вам его показывала. Там есть продвижения, но не очень большие. Плечевое изделие себе у меня также начат, джемперочек из бобинной пряжи Коко. И он вяжется, надеюсь, в феврале будет готов.
Шапка Даня. Неожиданно у меня связалась шапка Дани в январе месяце. Да, связалась она не одна, а две. Я сейчас говорю именно про январь. Дело в том, что в феврале у меня связалась еще одна шапочка, но о ней я буду говорить уже в другом видео. Итак, шапка. В январе месяце я связала две шапки жаккардом. Ой, а что это? Я точку-то поставила. Вот, представляете, заболталась. Это же уже готовая работа, так что мы будем ее закрашивать. Итак, шапка для Дани. Вязала я две шапочки жаккардом. Это пряжа Alize Lana Gold и Gazelle Baby Wool XL. Номеров цветов, к сожалению, я не назову, потому что это были у меня остатки пряжи. Итак, заштриховываем первую ячейку. Ура, ура! Готово! Вязала я на спицах номер 3 и 3,5. На данную шапку у меня ушло 74 грамма, а на мою шапку, ну уж просто фотографии вы видите, поэтому тоже здесь скажу, ушло 81 грамм пряжи, та же, только в обратном порядке. Основная это Baby Wool XL, а дополнительная Alize Lana Gold. Также одни детские носочки у меня были связаны, поэтому ставлю я циферку 1 и плюс. Это носочки для моей дочери на размер 22, ну, наверное, 24. Ну, просто на детских носочках очень маленький, да, разбег этот размерный, поэтому такой вот разброс. Были они связаны также из двух пряж. Это Gazelle Baby Wool и пух норки в одну нить. Пуха норки и одну дополнительную нить на спицах номер 3. Там все то же самое, пяточка стронг, ленточное закрытие, резиночка 2 на 2, спицы 3,0, да, и 36 петель. Ушло у меня 40 грамм. Также неожиданной для меня работой это был свитер Дани, и я тоже закрашиваю эту ячейку. Я вязала свитер из двух пряж, это софит от Color City и... Что у меня тут плохо как-то зачеркивается? Софит от Color City и... Кроха Бэби от пряжи из Троицка. И это был мой трехдневный свитер. Очень интересная история. Тоже много рассказывала про нее на своем канале. Ну а сейчас вы видите фотографии. Вязала я в основном основное полотно на четверке и резиночки на номер 3,5. Вязала в две нити, если мы говорим о Color City, и в одну нить кроха. И все вместе у меня получилось 333 грамма на это изделие ушло. И последняя закрашенная клеточка в этом месяце — это коллекция Alize Январь. Я ей связала жакет, либо можно ее назвать кофточку, из пряжи Yarnar Jeans. Тоже вы фотографии видите на экране, также есть подробное видео об этом. Кофточку я назвала «Листья». У меня есть посты в ВКонтакте и в Телеграме, где я выложила схемы узоров. Поэтому, кому интересно, заглядывайте в эти социальные сети. Ссылочки также оставлю. И на это изделие получилось 170 грамм. На фотографиях вы видите, что изделие большое, оно объемное. Все так и должно быть. Оно Алисе сейчас велико, потому что мы готовимся к садику. А садик у нас начнется только, скорее всего, следующей осенью, ну, либо в середине лета. И последняя, десятая готовая работа, которая у меня была в январе, это гамаши для Алисы. Их в табличке нет, потому что, когда я составляла табличку, эта готовая работа уже в целом была. И вообще, в основном, я над этим проектом трудилась еще в 2022 году. Но так получилось, что все финальные работы именно в 2023 уже происходили, поэтому сюда и занесла. Это гамаши под такие облегающие штанишки, да, они... надеваются под комбинезон всю зиму, ну вот как связала, да, и весь месяц мы активно их очень носим, все замечательно, прекрасно, мне очень нравится, что я их связала, ребенок не потеет, ребенок не замерзает, все классно, в общем, то, чего я и добивалась. Пряжа это Alize Superwash номер 152, в две ниточки. Вязала на спицах 4,5, ушло 145 грамм. И подводя итоги месяца января, хочется мне именно в граммовках его подвести, в граммах и в метражах. Каждый месяц буду перед вами отчитываться. И за месяц у меня ушло 1 килограмм 60 грамм пряжи. И, соответственно, если мы переводим это в метры, то 2733 метра. Я думаю, что неплохой результат, и 9
изделий, это хорошо. И также были плечевые изделия, Данин свитер. Ну, я уже рассказывала, что я могу носить Данины вещи уже сама. Размер у него 140, это можно приравнять к размеру, ну, 40, 42, 44 даже иногда. Спасибо вам за внимание. Такого формата, не совсем привычного для моего канала, ролик у меня получился. Конечно, о бинго мы тут совершенно пока что еще не говорим, но в целом я и ставила себе такие цели. Как объяснить? Да, я уже рассказывала, что не писала 25 шапок, хотя, возможно, их и свяжу, не расписывала каждые носочки, потому что прекрасно понимала, что вязать я их буду много. Но в целом и это тоже неплохо, да, то, что у меня сейчас получается. Можно здесь отметить еще новые проекты, потому что, ну вот, да, видите, вот эти вот ячеечки, новый проект, у меня их, по-моему, 5 должно быть всего, так как у меня начаты большие плечевые, которые не подходят под другие ячеечки. Но я думаю, что уже в следующих видео, в готовых работах, я все расскажу и все отмечу. Еще раз благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго, светлого и лучшего. С вами была Оля Вязание с Крокос. Спасибо, что вы остаетесь на моем канале. Всем пока-пока-пока!